всем доброго вечера, дорогие подписчики канала Umbrella Tech Incorporated. На связи с вами ваш Альберт Вескер, а это Close to the Sun. Мы с вами находимся на борту великолепного судна Гелиуса. И в погодник за сестрой главной героини мы успели поговорить с легендарным Николой Тесла, а заодно поиграть в любовные догонялки с Джеком Потрошителем. Ну, еще нас чуть не подорвали на монорельсе, но это так, детали. Что ж, ребят, сегодня мы продолжим наше приключение, но прежде не забудьте подписаться на канал, поставить лайк этому ролику, если он вам понравился, а также написать комментарий, что вам больше всего нравится в этой игре и что бы вы хотели увидеть. Реально, ребят, я читаю все ваши комментарии и их озвучиваю, если они появляются новые. Что ж, ребят, ну на этот раз отправляемся снова. Что тянуть? Главное, чтобы Людвиг нас там не нашел. Надеюсь, Людвига не будет. Людвиг. Хоть не Лютик. Представляете, Лютик-потрошитель. Людвиг звучит как-то милее. Роуз Арш, гениальный теоретик и физик. Да уж. Открывает дверь для бесплатной и безграничной энергии. Ах. Ну да, конечно. Пошел я, черт знает, сами куда. За Гелиусом, чтобы защитить его от диверсий. Но это мы тоже считали. Читали. Систему внутренней пневмопочты тоже читали. Давайте что-нибудь новенькое. Да, кстати, мы с вами, по-моему, остановились, где? Жуткая лаборатория, тонны кровавых трупов. А, да, все вспомнил. Черт, я не хочу уже заходить. Знаете, забавно, почему-то в Резиденте я более спокоен, видимо, потому что я просто там уже как рыба в воде. Ну или может потому, что это все-таки наши лаборатории, все-таки Umbrella Tech Incorporated, наши лаборатории в Raccoon City, везде, остальных местах, ну как-то свойственные нам. А тут, извините, мы в роли хрупкой девушки, Альберт Вескер одетый в женский костюмчик и ходит тут по кораблю Николы Тесла в 19 веке, когда тут за спиной Джек Потрошитель Людвигович. Отдыхает. Rose, please come in. Rose. Ada. Rose. Oh, thank God. Are you okay? Да, все нормально. I'm fine. What happened? I've been worried sick. My transmissions were being jammed, but I found a way around it. I assume Nicola got you locked up too. Yeah, but I got out. I'm almost at the biolabs. You're still there, right? Wait, you got out of the lockdown? How? I got help from that Aubrey guy. He's trapped too. He saved my life, so we need to get him before we leave. I promised him. Of course we will. But first the research. They hold the keys to everything. Right. Did you manage to get the other half? No, it's in the theater. We'll pick it up together right after you for this goddamn surgery. All of the places Ada. To get locked up. Welcome. I'm losing your signal again. Ada! Ну, красота. Shit. Итак, у нас тут есть система пневмопочты, у нас куча мух и трупов. В общем, мы повелители мух. И я почему-то чувствую себя как в анабиозе сон разум. Что они тут делали? Шарады играли? Давайте сюда пока заглянем. Есть что почитать мне. Пневмопочта, я жду. Туда мне путь заказан. Понятно. Тут вообще кого-то на части разделала. Что тут вообще бегало? Что тут такое вообще было? Что всех так перебило? Привет. Ну, этот хоть целенький. Знаете, я спокоен. После того, как Людвиг нас тут порезал, ну, сомневаюсь, что-то жуткое может случиться. Хотя должен признать один факт. Одну минуточку. Так, извиняюсь. Нет, тут мне надо было просто подкрутить настройки.
Потому что я заметил, что у меня тут лютая проблема со всем подряд. А это у нас что, операционная, что ли? Emergency, карантинная дверь. Ага, и мне нужно знать, конечно же, код. Но кода я не знаю. То есть мне надо идти сейчас туда, угадывать код, потом его в быстром порядке набирать и сходить с ума из-за того, что я не знаю. Тут есть хоть какие-нибудь... Ух ты. Я нашел тех, кто украл туалетную бумагу. Все, звоните в службу безопасности. Я нашел тех, кто украл туалетную бумагу. А это, видимо, местная кухня. Вообще, что их тут всех убило? Это точно не Людвиг. Слишком уж многовато для него. Ну, хватит отряхаться. Могла уже привыкнуть. Конечно, понимаю, неприятно. Брик-рум. Можно войти туда? А может и не стоит. Мы в правильном направлении идем. Какая милота. Туалет. Ну уж в туалете точно ничего страшного не случится, да? Привет. Туалетная бумага. Разбитый санузел. Тут, скорее всего, тут заперто. Ну, правильно. А, ну ясно теперь. О, вон там точно что-то есть, я вам говорю. Давайте сначала сюда. Тут, скорее всего, кто-нибудь сидит на туалете. А, нет. Он сидит там. Жуть-то какая, вот реальная. Ладно, если что, воскреснем. Ты... О-о-о, нет, Людвиг сюда не мог добраться. Ну ладно. Последняя заметка Алана. Никто не должен садиться и покидать судно. Таковы правила. Соблюдать карантин, пока не подоспеет помощь. Такое было распоряжение, и все умерли из-за него. Я держал код в тайне, когда Софи просилась покинуть корабль в первый день. Я держал код в тайне, когда профессор Сантос требовал войти на второй день. Я держал код в тайне, когда аномалия всех убила на третий день. Достаточно. Больше никаких секретов. 3-2-1-2-2. Кто бы ни нашел его, желаю тебе прожить жизнь и умереть в отведенный срок далеко отсюда. Алан Тугнер, офицер секции номер 7. Сотрудник службы безопасности, видимо. 3-2-1-2-2. А зачем ты зарезался-то? Это она чисто вытирается. Она сейчас побежала, я не совсем понял. Ладно, неважно. 3-2-1-2-2. А вопрос другой. Как он выжил? Если здесь все всех убило. Ладно, неважно. Нас она не убьет. Мы бессмертны, так? 3-2-1-2-2. Всем привет! Пришла на осмотр аномалии. Ух ты! Это и есть аномалия, да? И тут она тоже.
То есть это и есть эта самая аномалия. Ладно, давайте ее изучать. Ну, коль уж мы на борту, я не против. В конце концов, мое научное любопытство проснулось. Давно пора уже. А то вот Джек-потрошитель тут меня мучил, а тут, гляди, неизвестно что. О, и что такое? Расшифровано письмо. Старые символы, за которыми следует фраза. Они не знают о твоем присутствии. То есть, кто-то пытался дешифровать это. ВН. А, они расшифровали. Это центр расшифровки, что ли? Ладненько. Зашифрованное сообщение, содержащее странные символы. Но это надо самим, видимо, расшифровку делать. Я так полагаю. А это? Неотправленное сообщение по пневмопочте. Куда? Стивс Бьюз, техлаборатория номер 5. Из Алан Тугнер. Это тот, у которого мы взяли код. Технолаборатория номер 7. Стив, я получил частичные или полные расшифровки. Затевается что-то серьезное. У Эдисона здесь есть действующие агенты. Я храню чистовые копии в своем сейфе. Встреться со мной, как только прочтешь это. Извести мистера Т. Тесла имеется в виду. Думаю, ему стоит взглянуть. Алан Т. Конечно, ему стоит. Извините, он главный. Someone has been deciphering the Edison spy code. Did Tesla know he had saboteurs on board? Заметьте, я вот хожу по этой заразе, но мне ничего не происходит. То есть она безвредна. Относительно меня, по крайней мере, я так думаю. Главное, чтобы она не создала что-то вредное для меня. Water tech. Так, а тут что у нас? Видимо, кто-то работал. О, какая красивая машинка. Знаете, как в Резиденте. Я бы такую себе взял бы. Чувствую себя Томом Хэнксом, который собирает тоже печатные машинки. Все время забываю, что здесь ты сам можешь тоже много чего поранить. Что у нас, кстати? У нас вообще столько всего малого собирается. У нас только чертежи технологии Гелиуса, и все. Я тут столько всего понарыл, но у меня почему-то только чертежи технологии Гелиуса. Чую, здесь будет несколько сохранок. Да, знаю, многим, наверное, не нравится. Почему так сильно это выделили? Меня это пугает. Хотя я все остальное смотрю. Вот заметьте, если вот там что-то вдалеке показывается, это говорит только об одном. Нам туда. И там сейчас начнется какая-нибудь чертова херобурина. А я не хочу к ней пока. Я хочу почитать, что тут есть. Документы какие-нибудь. Конечно, Эдисону же надо чем-то защитить страны от тотального мира, который хочет навязать всем Тесла. Нет, я уважаю Тесла за это. Это правильное и мудрое решение. Вот смотрите, сейчас что-нибудь выскочит. Чертеж технологии Гелиуса. Чертежи установки для управления землетрясениями. Мне вот эта вот дверка не нравится. Как-то она хлипко прижата. Но зато с другой. Так, ясно, я какой-то чертеж пропустил. Ну, ясно же дело, что где-то какой-то чертеж был пропущен мною. Вот говорю я вам, где-то пропущен. А если нет, то и ладно. Пойдемте помучимся. Ну, спасибо. То есть сюда мне нельзя. Какое доброе. Какое доброе зловещее создание. Оно нас оберегает. Waterhole. Давайте сюда. О, лекция. Я не прочь побыть. Что обсуждаем? Извините, профессор, я обычно не опаздываю, просто я новенький. О. А это что у нас? По-моему, управление погодой. Молнии приемного устройства.
А, то есть это для системы для приема молний и подзарядки батарей. Слушайте, хорошее устройство. Ничего плохого не могу сказать. То есть они здесь изучали систему приема молний. Уважаю. Нет, реально уважаю. Правда, чертежечки везде стандартненькие. Давайте пойдем дальше по коридору. Я понимаю, что вот это вот как бы обходка. Обходочка. Но я хочу понять, для чего она. А, все. Понятно. Ладно, идем туда. Нет, ну, все понятно стало. Что мне тут непонятного теперь? Учитывая, как тут вообще все глючит, это вообще шикарно. Если какая-нибудь тварь нас сожрет. Или бы... I'm guessing that blue haze is the reason for the quarantine? Exo, or whatever they call it? Ну, по сути, да. Есть сюда? Да, есть сюда. Значит, пойдем туда. Но это потусторонняя энергия, которую нашла ее сестра. Тут закрыто. Деск АСР. Все перекрыто. Вообще, это так мило. Со стороны вот этой вот субстанции. Прям показывает нам маршрут движения. О, у меня вот такая карточка тоже есть и в Стиме за эту игру. Надеюсь, будет еще. Поехали. А что еще остается? Давай уже, пролезай. Я готовлюсь к новому маньяку. Давай. В общем, мне бежать, что ли? Или что? Я не совсем понял. Привет. Как зовут? Ясно. Эй! В общем, меня убили. Красота. И нас жрут. Слушайте, если честно, я ожидал чего-то более страшного. Да, ребят, у меня очень сильно глючит. С другой стороны, мы можем изучить это создание. Не спрашивайте меня, я реально вот настолько... Идемте сюда. Помрем. Интересно, она ест что-то жареное? Нет, она жареное не ест. Эй, ты раньше! Зато мы увидели двух ученых. И нас очень часто пожрали. Да, ребят, я сейчас спокоен. Эта зараза пожирает только в путь все подряд. Бежим! Бежим, бежим, бежим! На что не оглядываемся. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Запомним. Беги! Походу она нам засос сделала. Нет, я в... Вот, понимаете, в чем мне не нравится вот сейчас... С игры. Она подвисает. Она круто подвисает. Это мне очень не нравится. Мне это реально вообще не нравится. Давай, беги, 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 беги.
Не спрашивайте, как я это делаю, я просто делаю. Я бегу буквально на интуитивной основе. Ясно, нам сюда. Спасибо, кораблик. Ты очень хороший друг. Прямо помогаешь. Нет. Реально, бежать вот здесь очень удобно на джойстике. С другой стороны, мы потихонечку изучаем маршрут бега. Ой, извиняюсь. Можно скипнуть это? Нет, нельзя. Это не скипывается. Ну ладно, посмотрим. Эх, чаечек. Ну давай уже, беги. О, вот видите, это кошмар какой-то. Это не это оптимизационный кошмар. У меня хороший ПК, у меня мощное оборудование, но, к сожалению... Но, к сожалению, есть проблемы. Я чую, что эта зараза прямо вот за мною. То есть мне нельзя сейчас... О, опять этот символ. Опять этот символ, мать твою. Но я успел, Обри. She's in the surgery room. Am I close? Yes, you are. Yes, you are. I'm opening all the doors I can for you to get there now. There's an observation room right above the surgery. You should be able to see her from there. Шаровые молнии. Красота. Этого мне не хватало. Path should be open. I will, Aubrey. Thank you again. Только не говорите, что мне сейчас теперь нужно убегать от этой заразы. На повсеместной основе. Я этого не хочу. Это ты так ужасно все выходит. О. Неразборчивые записи выжившего. Карантин. День нулевой. Ну, видимо, это самое начало. Запер себя в отсеке для животных и сломал дверной механизм. Теперь ничто не должно проникнуть сюда. Не хочу рисковать с гребаной потусторонней энергией и всем, что в ней кроется. Проснулся от того, что эти мелкие твари пытались съесть мое ухо. Адская боль. Нужно найти дезинфицирующее средство. Пытаюсь прибить как можно больше. Но они верткие. Крыса, он имеет в виду. Четвертый, кажется. Ухо пухло и явно инфицировано. Не рискую засыпать. Я вижу, что они выжидают. Сильный жар. Мне нужны лекарства. Последняя запись. Мне снилось, что мои ноги горят. Но это был не огонь. Они грызли мои ноги в клочья. Маленькие мерзавцы наконец-то мстят. Он про крыс. С другой стороны, он должен гордиться, а... Бедняга. С другой стороны, он должен гордиться. Ему отомстили повсеместно. Осторожно подвигайтесь к операционной лаборатории. Осторожно? Как понять осторожно? Я не умею приседать. То есть хотите сказать, что мне сейчас нужно бегать от этой заразы? Меня это не устраивает. А если я помру? Где я воскресну? Не хотите же вы сказать, что на точке предыдущей смерти? Жуть какая.
А если я аномалия? То как все это дело мне воспринимать? То есть я аномалия, это понятное дело. Сколько ученых же полегло здесь? И оно всех растерзало? Черт, у Людвига здесь конкурент. Надо бы Людвига сюда направить. Сказать ему: слушай, Людвиг, ты меня ненавидишь, но здесь есть тварь, которая поопаснее тебя будет. Вот решите, кто из вас что представляет. И устройте здесь битву века. А победитель меня имеет право убить. Я думаю, это шикарная ставка. Лаборатория. Заперта. Одна на столе, другая в креслице. Походу, это суицидик. И учитывая по коридорчику, нам здесь бегать придется. Ну ладно. У нас тварь уже сколько раз жрала сегодня? Раз 10? Ходить туда я не хочу. Да и желания особого нету. Нам ту часть секции. Соответственно, я могу войти в другие зоны. Теоретически. На практике не уверен. Вот, к примеру. В эту я могу. Приветствую. Пожалуйста, не жрите меня. Уф. Знаешь, когда ты Оу. Бедняжка. Подсветили, а ничего не положили. Пока тут все разбросанное. Сообщение по пневмопочте. Куда? Маргарет Лины, отдел биологических исследований C4. Из Анны Томпсон. Прямо из самой Анны. Отдел физических исследований L9. Мэгги, я уже говорила тебе, что... говорила тебе, то, что я работаю в отделе физических исследований, не значит, что я понимаю то, что делает старший исследователь Арчер. Да, я понимаю, что мы все хотим постичь новые научные горизонты так же быстро, как она. Но в действительности на борту больше нет никого, кто бы мог сравниться с ней. Однако, они говорят про Аду Арчер, сестру нашей главной героини. Однако, только ее математическая работа по созданию бесконечных временных петель с использованием пространственного резонанса является революционной. И это даже рядом не стояло с ее инженерным вкладом в создание генератора ядра. Честно, если ты хочешь узнать больше о ее исследованиях, просто пригласи ее на обед. Я слышала, что она достаточно приятный человек. Анне. Ну, не знаю. Судя по ее свинарнику, я и так не сказал бы. А это что? Чертеж конвертоплана. Для чего он нужен? Подождите-ка, покажите мне этот чертежик. Это чисто попытка создать вертолет Да Винчи, только усовершенствованная версия. Понятно. Ничего не понятно. Кстати, вы заметили, когда мы убегали от этой... Вот именно от этой самой заразы... У нас случилось, знаете что? Мы заметили очередной вот этот вот зеленый символ. Для чего он? Я не знаю, для чего он, но он для чего-то нужен. И я знаю точно, что мне вот сюда. Но там уже эта зараза бегает. В общем, нам сейчас опять предстоит... осторожно продвигайтесь к
к операционной в лаборатории. Осторожно. Я по-другому не умею. Леди. Давайте заглянем. Надеюсь, здесь нет раз... Ну, спасибо. Можете открыть, пожалуйста? Ага, конечно. Там даже никакой текстурки нету. Ничего нету. А с другой стороны, может, это мы Роуз и видим? Просто она еще не попала во временную петлю. Animal experimentation, weather control, time manipulation. Is there any research they didn't do here? Ну, наверное, только политическими изысканиями в области развития внутрисемейных взаимоотношений и семейного и семейной любви. Если вы понимаете, в каком плане я имею в виду, физиологически, если кто не понимает. Лаборатория номер 4. Мы сейчас в 4-й лаборатории, да? Так, а куда мы движемся? По сути, мы продвигаемся в 11-й сектор. А это у нас... физическая лаборатория динамики. О, это лаборатория Тесла огромная будет сейчас у нас. Я вам прям напрямую это говорю. Это динамика. Крутеж технологии Гелиуса. Устройство для кинетического контроля дождя. О, вот это вот полезная штука. Ее бы в Китай... все пустыни бы были орошены. Полезная штука. Правда, учитывая, сколько лет там ничего не было, все это дело бы давно размылось. Это полезно все равно. Учитывая, сколько здесь крови, сколько тут всего. Там снаружи бегает мерзкое создание. Че нам придется сейчас побегать опять? Но меня радует тот факт. Ну, не вот этот, конечно. Ладно, чаечек. Меня радует, знаете, какой факт сейчас в этой игре? Ты помрешь? О! Это живой человек. Эй! Неужели это наша сеструха? Hey, language. Rose! Oh my god. My big sister is here. My big sister is here. Yes, she is. And we, dear Привет. Sister, Может, are getting out of here. Come on, how do I get to you? There's a door on your right, short corridor, stairwell, you can't miss it. I will be right down. Ada? I didn't do anything. Uh-oh. Ada! Get out! Get out now! I can't. Rose, I can't. Rose, listen to me. It's okay. Really, it's okay. You're here for me. I will love you forever for that. But I need you to do one thing. Get my research, Rose. Save it. Go to the theater and get the second notebook. Together they hold the keys to everything. Подождите, это стекло, что ли? Promise me, Rose. Эй, покажите мне, покажите мне. Promise me, Rose. Покажите мне, что вы мне тут скрываете все это дело? No! Ada! No. Красота. Ну я говорил, сестренка помрет здесь. Получено достижение. Тьма. Я не совсем разобрался, что там за достижение было. Пусть будущее расскажет правду. А, ну мы это читали уже. Тоже, кстати, легендарная фраза от Теслы. Слушайте, в принципе, мы прошли с вами главу, по сути, так ведь? Эх. 35 минут ушло. Слушайте, походу мы возвращаемся к старому формату. Но я как бы сейчас более-менее относительно так-то спокоен. Можешь пройти чуть дальше до следующего сохранения. Ну ладно, посмотрим.
Тем более, хотя с другой стороны, здесь у нас прямо жуткое создание было, которое потом нас сотню раз сожрало, дало нам иммунитет к страху, мы просто спокойно прошли. Тьма Аида. Ну, спасибо. Ну, давайте заглянем, посмотрим, что там. Роуз, ответь, пожалуйста, человеку. It's now or never, Rose. They're coming. I'm running out of doors to close. I don't care. Ты серьезно, She's да, Ашня? She's gone, Aubrey. I was too late. She's gone. I know. But you made a promise, Rose. Scouts honor and everything. If you don't leave now, they will get you too. Promise. Come on. Get up and get out. The left side door. Go! Ну давай, вставай. Трау трауром. А труп ее где-то внизу. Спаситесь и сдержите обещание. Фраза «спаситесь» меня немножко пугает. То есть вы хотите сказать, что эта зараза сейчас за мной бегать будет? Ох, бедная Ада. Мисс Вонг, как всегда, все, у кого есть имя Ада, все помирают прямо. Ну или исчезают странным образом. Если мы сейчас будем помирать, я просто сделаю перерывчик тогда. Good. Continue towards the physics department. Once you've gotten me out of here. I'm not going to the engine halls, Aubrey. But you said. You promised. I know, Aubrey, I know. And I will stay true to my word. But my sister asked me to do one last thing for her. I have to do this first, Aubrey. Family first. I understand. Where do you need to go? The theater. How do I get there? Get that physics department door open while I work out how to get you to the theater. I'll be right back. В общем, мы идем спасать его. Он в ответ придумает, как открыть там дверь туда. И его кто-нибудь убьет. Понятно. Нет, все вполне понятно. А тут все перекрыто. Ну, тут хотя бы только три информации. Хотя там мы могли узнать намного больше. Намного больше, но не узнали. Hello? Давайте лучше осмотрим каждую. Уверен, кто-нибудь там сейчас какую-нибудь хорошечку нам подкинет. Тут замазано. Там... Ну, там не замазано, но... В общем, нам в ту дверь бежать. Однозначно потом, говорю я вам. Опять пустынный коридор. Где мы сейчас на этот раз? Скажите мне, пожалуйста. Так. Вы здесь, в 11-й сектор. Динамическая лаборатория. Понятно. Мы в лаборатории Теслы. По сути, это его стезя. Кстати, забавно. Вот видите вот эту дверь? Нам однозначно сюда. Но она закрыта. А нужно войти туда, чтобы ее открыть. А ты у нас что? Брик-рум. Ну ладно. Походим немножечко. Ну а если помрем, хотя будем знать, что будет впереди, в следующей серии, немножечко наперед. В общем, либо до следующей контрольной точки, либо до следующего сохранения. Как и так. Либо до первой смерти. Там посмотрим. О! У нас были люди.
и отдел физических исследований. О, видите, вот как сказал. Вот не зря все маски изучили, вот не зря. Какая музыка громкая. Отдел физических исследований Гелиса, расширение в новые секторы. Наше расширение в секторы, ранее занятые отделом исследований погоды, занимает больше времени, чем предполагалось. Это значит, что мы должны быть очень рациональны, когда речь идет об установке существующего оборудования. Я знаю, что отдел погоды не торопится собирать вещи, но прошу вас быть терпеливыми и деликатными во время этого процесса, поскольку нам еще предстоит работать вместе над распределением мощности. Новое оборудование будет доставлено в течение недели, и поскольку мы еще в процессе перехода, возникнет проблема хранения. Мой офис всегда открыт, и если у вас есть предложения или идеи, как решить эту проблему, я буду рада обсудить это с вами. Продолжайте в том же духе, впереди нас ждут захватывающие события. Ада Арчер, старший исследователь. У меня только один вопрос. Тесла разве не брал в расчет? Ну да, это ее почерк, то что я не узнала. Надо вот это вырубить. Отлично, можем теперь пройти спокойненько сюда. Слушайте, музыка так нагнетает сейчас. Чё сейчас что-то случится? Вот говорю я вам это. Если сейчас что-то выскочит оттуда, это кошмар какой будет. Hello, everyone here. Кстати, зачем здесь делать такую стальную перегородку? Для чего? Нет. Только не говорите, что это зараза здесь. Okay, I think I've got a solution, Rose. You there? Yeah, I'm here. Something is burning, though. Oh yeah, that would be the reactor core. This is ground zero where it all began. Turns out the fire we lit just kept on burning. It's been consuming the helios from within for days. Don't breathe the fumes. Highly inadvisable. Easier said than done. You had a way for me to get to the theater? I do, but you're not going to like it. Come on. Hit me. Выкладывай. You see where all the smoke and fire is coming from? Well, we're going to walk you straight through the middle of it. I hate this place. It gets worse. The reactor core is shielded, so the receiver won't work once you're down there. You'll have to traverse the flames on your own. I'm going to monitor the exotic energy spread behind you, see if I can contain it. I'll talk to you on the other side. Okay. Any last minute advice? Don't burn up. Какой-нибудь совет напоследок. Ага, спасибо. То, что мне сейчас нужно, это совет прям. Ой, мне еще и туда, да? То есть один из двух проклятых коридоров. О! Наконец-то послание, я думаю, это от Теслы. Но кто еще будет нам присылать? Отдел физических исследований Гелиса. Инцидент в отделе исследования погоды. До моего сведения дошло, что вчера вечером, во вторник, произошла ссора между сотрудниками отдела физических исследований и отдела исследований погоды. Мне также сообщили, что все полученные во время ссоры травмы не опасны. Я не знаю, из-за чего меня больше гнетет стыд. Из-за того, что сотрудники моего собственного отдела при подходящей возможности склоняются к насилию? Или из-за того, что никто из вас даже не знает, как надо драться? Второе. Однозначно второе, ребят. Потому что умнее Ады точно никого там нету. Она единственная, которая знает, как можно без драки отомстить людям.
А тупицы, они всегда берутся сразу за драку. А тут они даже драться не могут, так что, скорее всего, второй вариант. Пускай это не вводит вас в заблуждение. Это была первая и последняя ссора на борту Гелиуса, пока я здесь работаю старшим исследователем. Следующего, кто попытается спровоцировать конфликт, я лично выкину в Атлантику. Не испытывайте мое терпение. Те из вас, кто участвовал во вчерашней потасовке, получат дисциплинарные задания. Так что остальные, кто знает, как себя вести, могут пользоваться сверкающими чистыми туалетами ближайшие 3 недели. Хорошего дня, Ада Арчер, старший исследователь. Молодец. Есть будет комментарий какой-нибудь? Тут как бы еще одна... Не хочешь никому отправить письмецо? Как бы капсулы лишние? Нет? Нет, не хочешь? Там все поломано. Там все заброшено. Давайте сюда заглянем. Не уверен, что это разумное решение. Походу, эта зараза сюда добралась тоже, да? О. 1-1-2-2-3. Серьезно? Ты хоть знаешь, как надо маскировать это все дело? В соответствии с правилом 38С, параграфом 2 нового регламента отдела физических исследований, ежедневный код доступа к ядру был изменен на следующий. 1-1-2-2-3-3. Вообще легко. Не сообщайте код доступа сотрудникам других отделов. Следующая смена кода произойдет через 7 дней. Ада Арчер, старший исследователь. Так. А почему они не перевели? Если ты читаешь это, карантин. Не от... А почему они не перевели? Почему они не перевели? Don't open core. Leave it sealed. Она написала, иди открывай дверь. Это опасно. Ну, не dangerous, как бы, но... Уровень опасности высокий, это уже и так понятно. Еще какая-то... Книжка должна быть, скорее всего, или что-то еще наподобие. Так, в общем, нам теперь по той лестнице идти. 1-1-2-2-3. Все, запомнил. Ну, пойдемте. А что еще остается? Все, что надо, нашли. То, что не надо, не нашли. Здесь тут не надо на скорость что-либо набирать. Я к этому не готов. Так, я ведь правильно иду? Да, правильно. Ага, и меня вон туда. Ну, вообще красота. Привет, трупичок. Кем будешь? Забавно, раньше надо было возиться с ключами. Так. 1-1. 2-2-3. Сезам, откройся. А, сглупил. Сезам, откройся. Мне бегать, да? Вы издеваетесь. Они издеваются, они хотят, чтобы я тут бегал. Нет, они это реального хотят. Ну ладно. Аккуратненько. Вперед. Вперед, Ада. Подумаешь. У нас тут всего лишь лаборатория с сотнями трупов. Ничего необычного. Здесь все нормально.
А учитывая, что у нас еще один документик не найден, я думаю, вообще все хорошо обойдется. Эй-э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 й. Красота. А здесь вообще все горит, да? О, давайте на этом и сохраненько прошло. На этом мы и остановимся. Уверены? Абсолютно уверен, да. Саханочка прошла, я полностью уверен. Как говорится, лучше из пожарища выходить на пожарище. Ну, имеется в виду, когда уже все прогорит. Она тут пока у нас побудет в апартаментах, в окружениях призраков. Попьет чаечек, отдохнет, отдышится. Так, вот так примерно. Эх, да, хороший чай. Даже я чай не допил, заметьте. Вообще, сегодня, на удивление, я бы, наверное, сказал бы, жуткая серия. Не такая жуткая, как с Людвигом, но тоже жутенькая. Но признайтесь, стал как-то, наверное, спокойнее. Просто потому, что ты раньше... Вот заметьте, вот вспомните, как вот... начинался тот вход в лабораторию. Жуткие звуки, ты не знаешь, что с тобой гонится, ты не знаешь, что там такое находится. Ты вот ты этого боишься. Ну, чисто животный страх. А сейчас, ну, ты знаешь, что тебя терзает. Ты знаешь, ну, буквально, в смысле, терзает. Разрывать на части, вырывать кишочки и так далее. Ты понимаешь, что ты, даже если от этого попытаешься убегать при лютых лагах игры, ты все равно останешься, воскреснешь на этой точке и просто будешь убегать. То есть... как-то спокойнее становится. Атмосфера теряется. Вот если бы была оптимизирована оптимальная эта игра, а я постарался сделать так, чтобы игра была полностью более-менее рабочей. И, к сожалению, вот выходит вот такой пока вариант. Но благо хотя бы она хоть как-то хорошо записывается, как мне кажется. Надеюсь на это. Будем стараться, будем пытаться. Ну, это квест. Это я уже определился однозначно. Это стимпак, это стимпанк, клокпанк, электропанк квест в таком модернистическом стиле начала, конца 19-го, начала 20 века. В общем, ну, приятная, очень приятная глазу игра, и мне она нравится. Хоррор-составляющая здесь поставлена на максимум, и это тоже хорошо. Но сейчас она как-то поутихла, что ли. Ну, реально, она стала очень такой, ну, более-менее тихой. И мне это понравилось, отчасти, потому что как-то спокойнее стало. Но, с другой стороны, игра очень интересная, в том плане, что ты теперь знаешь, что с тобой гонится, и ты начинаешь как-то разбираться во всем деле. Жалко, конечно, что мисс Вонг, а, ну, Ада Вонг тут померла, но, с другой стороны, все бывает. Что ж, ребят, надеюсь, вам понравилось сегодняшнее прохождение. Если да... не забудьте подписаться на канал, поставить лайк этому ролику, написать комментарий под этим видео, а также подписаться на наши группы Дискорда и ВКонтакте. Ссылочки найдете в описании. Что ж, ребят, желаю всем удачи. Спасибо всем, кто нас смотрит. Спасибо за вашу поддержку. Желаю всем удачи, всем хорошего настроения. Ну а с вами был Альберт Вескер, глава Umbrella Tech Incorporated. Мы с вами были на борту Гелиуса Close to the Sun. Увидимся в следующих прохождениях по этой игре. Всем удачи, до скорой встречи и пока-пока-пока. Еще увидимся!